Putem începe, da? Da. Bună ziua la toată lumea, stimați concetățeni, stimați jurnaliști și reprezentanți ai mass media, stimați bălțeni, добрый день всем, уважаемые представители mass media, уважаемые сограждане, уважаемые бельчане. Вы наверняка понимаете, о чем бы мы хотели сегодня поговорить. Я в основном буду говорить на русском языке, чтобы понимали сегодня наши дорогие жители Бельц, так как именно против них вчера произошло преступление против хорошей жизни, против улучшений и против всего того, о чем мечтают и имеют право мечтать люди. Республика Молдова, наша страна, все больше скатывается к диктатуре. Власть партии ПАС захватила государство и подчиняет себе все демократические институты. Так, что пытается показать и нам, и всем жителям Республики Молдова, что нам здесь не место. Ежедневно мы являемся свидетелями беспрецедентных нападок на права человека, молдавского гражданина, на безопасность гражданина и на его свободу. Я думаю, что уже всем понятно, что ПАС во главе с Майей Санду абсолютно не беспокоится о благосостоянии граждан. Ломаного гроша не даст за их нужды, судьбы, а наоборот отбирает и то немногое, что у них еще осталось. Единственная забота Майи Санду и партии ПАС – подчинить себе все институты, угнетать людей и установить страх в обществе. Мы пригласили вас сегодня в парламент и наших сограждан к импровизированным экранам, потому что не исключаем, что вскоре в это учреждение не смогут входить даже депутаты, если они представляют оппозицию, что в принципе сейчас у меня и произошло. В этом и некоторая задержка нашего брифинга. Вы заметили, что они уже начинают ограничивать мое право на использование парламентской трибуны, несмотря на то, что я депутат. И это право дает мне Конституция и люди, которые предоставили мне этот мандат. Я обращаю ваше внимание на беззаконие и злоупотребление не только с точки зрения кандидата на выборах, которому ограничиваются права баллотироваться и быть избранным, но в первую очередь с точки зрения парламентария, который призван заботиться о законе и обеспечивать его соблюдение. Это не только мое право, но и обязательство. Все, что произошло вчера в ЦИК, доказывает одно. Мы были правы. Мы были правы, когда сказали, что МВД и СИБ преследовали нас, преследовали и продолжают это делать. Вместо того, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности, СИБ стремилась выяснить, что мы едим, сколько мы едим, где мы едим. И я не исключаю, что они тоже даже обыскивали мусорные контейнеры, чтобы убедиться, все ли мы съели или что-то осталось. Мы были правы, когда сказали вам, что Павел Пастика – это инструмент в руках Майи Санду. Мы уверены, что это так. Не Пастика вчера озвучил решение. Это Майя Санду вчера выступила с официальной трибуны ЦИК. Причем сделала это самым уродливым образом. Вчера ЦИК официально стала инструментом преследования, политической дубинкой в новом диктаторском государстве во главе с Майей Санду. Вчерашнее решение Центральной избирательной комиссии достойно занесения в книгу рекордов как самое глупое противоправное деяние, неграмотное, когда-либо совершенное избирательным органом. Решение, которое
будет дорого ему стоить, уверяю вас. Мы не оставим это просто так. Мы полны решимости идти до конца и бороться за правду. Дорогие жители Бельц, Центральная избирательная комиссия пытается, и вчера это сделала, украсть ваше будущее. Я уже говорила это и повторю. Они решили украсть победу не у Илона Шора, не у партии Шор, не у Марины Таубер, а именно у вас, дорогие бельчане. Они решили за вас попытаться решить, кто будет управлять вашим городом. Я уверена, что ни в одной стране мира, ни в Европе, нигде, ценности которых прославляет партия ПАС, ни президент страны, ни ЦИК, ни один другой орган не решает, кто будет управлять тем или иным городом или населенным пунктом. Но у нас все возможно, правда? Прежде всего я хочу вам сказать, что мы обязаны вернуть вам город из рук этих преступников. Я по-другому не могу их называть. И никто больше не может их называть по-другому. Прежде всего мы будем добиваться справедливости в суде. Мы уверены, что у судей хватит профессионализма, чтобы принять правильное решение и восстановить справедливость. А для того, чтобы судьи приняли законное и справедливое решение, нам нужно бороться за это разными способами. Мы должны проявлять свою волю и не давать никому топтать ее. И если надо, давайте будем выходить на улицы и бороться за наши права, за нашу волю, за то, как мы хотим жить и за то, какое будущее мы хотим строить. Если надо будет, мы выйдем на улицы и будем защищать ваш голос, бельчане. Мы защищаем не себя, не интересы партии, не лично Илона Шора или Марину Таубер. Мы защищаем то право, которого вас пытаются лишить. И мы будем протестовать столько, сколько нужно, пока не выиграем. И мы обязательно победим при любых обстоятельствах, потому что правда и справедливость на нашей стороне. Я верю, что многие бельчане и вообще многие жители нашей страны, и, насколько я знаю, жители и других стран, и даже представители различных посольств и различных представительств международных организаций смотрели вчерашнее заседание ЦИК, которое просто было цирком, было спектаклем. И, честно сказать, очень плохо срежиссированным. Было видно, что эта идея и это решение навязыванное. А людей, которые вчера отвечали на вопросы, им просто угрожали, и у них просто тряслись руки. Я призываю вас быть внимательными ко всем нашим сообщениям и ко всему, что будет в ближайшее время объявляться нами и мной как кандидатом, потому что, повторюсь, борьба не закончилась. То, что вчера принял решение ЦИК, важно, чтобы вы понимали, это не окончательное решение. И мы будем бороться, как я уже сказала, и в суде, и на улицах, и протестами, и всеми возможными способами, пока мы не добьемся того, что решили вы. Я призываю вас бороться всем вместе. И я знаю, что вы будете бороться. Вчера вы это показали и доказали. И огромное вам спасибо за теплую поддержку и возле Центральной избирательной комиссии, и все те сообщения, которые я получала во время заседания, после заседания. Сегодня мы с вами, дорогие бельчане, одна семья. И в нашей семье мы, конечно же, будем защищать интересы каждого. Этих злых людей, которые себя называют хорошими, мы обязательно победим. Потому что добро всегда побеждает зло. И мы с вами это уже видели 21 ноября. Я вас уверяю, что победа за нами, дорогие бельцы. Ура и спасибо!
Я бы хотел добавить несколько слов. Здравствуйте, уважаемые жители страны. Я вчера присутствовал на заседании Центральной избирательной комиссии. Несмотря на попытку некоторых членов ЦИК заявить о недопустимости участия депутата парламента, члена партии, представителя, кандидата в заседании, мне было предложено покинуть зал, перестать отвечать на вопросы. Какое-то безумие. Я бы назвал произошедшее вчера как политический вандализм, который превысил вообще все разумные пределы. Почти 48-49% избирателей в первом туре проголосовали за Марину Таубер. Это больше, чем в два и больше, чем почти в четыре раза за других кандидатов. Разве это не воля народа, не выбор? Волю народа поломали. Простыми словами расскажу то, что вчера произошло. Без каких-то тяжелых юридических терминов. Это предстоит делать адвокатам в суде. Так, чтобы просто было понятно. Мы вчера все услышали, что служба информации безопасности в интересах национальной безопасности подсчитала количество съеденных активистами пирожков. А ЦИК не нашел количество этих пирожков в отчетах партии, в финансовых отчетах по ходу избирательной кампании. Затем господин Постика на заседании ЦИК подсчитал количество волонтеров, которые проживали, порядка 20-30 человек, которые проживали в помещениях официально нанятых партий, которые были задекларированы в отчетах, затраты на эти помещения. И сделал вывод, что раз человек кушает 3 раза в день, количество пирожков умноженное на количество людей, согласно каким-то рапортам СИСа, которые нам так и не показали, и сделал вывод, пирожков съели много. И на этом основании безусловного лидера гонки, фактически можно сказать уже примара муниципия Белс, за 3 дня до второго тура исключают за пирожки. Господин Постика не прислушался ни к одному разумному аргументу, что это питание волонтеры покупали сами себе, и это подтвердили люди, которые были допрошены ЦИКом вчера в заседании. Прямо в заседании подтвердил, что это люди покупали себе еду. Один волонтер пошел, купил в магазин себе кефирчик, другой волонтер купил себе готовую еду в кейтеринге. Группа волонтеров скинулась денег, заказали себе пиццу в бельской пиццерии. Ну, СИС считает, что это интересы национальной безопасности нарушены. Господин Постика не прислушался к тому, что это не были агитационные мероприятия, это были обеденные перерывы волонтеров, которые обедали за свои деньги. Это просто обычная жизнь людей, которые занимаются своей волонтерской деятельностью, а в перерывах между этим обедают, еще и оказывается и ужинают. Не являлось аргументом ни для господина Постики, ни для остальных членов комиссии, что ни один конкурент на выборах в Бельцах, ни господин Григоришин, который написал эту кляузу глупую, абсурдную, ни господин Маркович, ни господин Нестеровский в своих финансовых рапортах, поданных в ЦИК, не указывали никаких затрат на еду для своих волонтеров. Наверное, у них волонтеры не кушают. Мы проверили внимательно эти рапорты наших конкурентов и обратили внимание членов ЦИКа на это. Если нам вменяют вину, что мы не задекларировали обеденные перерывы волонтеров, не в период агитации, а в период их обычной жизнедеятельности, то почему другие конкуренты этого не сделали? Почему мы не должны быть в равных условиях со всеми? По логике ЦИК получается, согласно вчерашнего решения, если Марину Таубер сняли за то, что в рапортах партии ШОР не были указаны затраты личных средств волонтеров на их завтрак, обед и ужин, то такое должно произойти и со всеми остальными кандидатами, в том числе и с господином Григоришиным, который сейчас остался во втором туре.
и со всеми остальными тоже. Если вчера господин Постика заявил, что результаты первого тура могут быть еще пересмотрены, срок давности не прошел, так давайте пересмотрим результаты всех и аннулируем в принципе регистрации всех кандидатов, которые были. И начнем эти выборы заново. Как происходило вчера заседание, видела вся страна. У адвокатов вырывали микрофоны, выключали микрофоны, прерывали рассмотрение вопросов, не давали отвечать. Наша реакция была соответствующей, не мы начинали эти конфликтные ситуации. Мы пытались действовать по процедуре, мы пытались требовать у господина Постики, который показывал как две синие папки, огромные материалы, собранные кем-то там. Ну дайте хотя бы посмотреть на эти материалы. Как мы можем отвечать на какие-то абсурдные обвинения в количестве пирожков с мясом или с капустой, когда нам даже не дают посмотреть на эти бумаги? Что это вообще такое? Непонятно, на каком основании представители ЦИКа требовали уменьшить количество представителей партии ШОР на рассмотрении, требовали, чтобы я покинул зал, требовали, чтобы на вопросы отвечал только один из представителей, а госпожа Таубри была представлена двумя адвокатами, она имела право и на 10, если она хочет это. В чем проблема? От нас требовали указать, кто будет отвечать на вопросы. Как это? Ну и апогей, то, о чем я уже успел сказать, нам даже не дали ознакомиться с документами, которые ЦИК демонстрировал как какие-то доказательства. Мы до сих пор не понимаем, что это. За несколько часов до заседания нам прислали двухстраничную жалобу Григоришина. Ну, жалобу это назвать сложно, это есть другое слово, не литературное, не для эфира. Нарушены все возможные директивы и рекомендации Евросоюза, понятие свободных выборов. И очень интересно понять, а что про себя внутри думает господин Постика, который столько лет провозглашал себя как сторонника демократических процедур, наблюдал за выборами, очень громко и справедливо отмечал большое количество нарушений. А почему господин Постика не вспомнил свою же реакцию на исключение господина Настаси с выборов? Не припомнится ему ничего. А выигрыш господина Усатова в Чеду? А недавние действия ЦИКа с попыткой исключить еще одного кандидата, и суд отказал в этом? Мы ждем реакцию внешних партнеров на все то, что произошло вчера, которые не могут оставаться в стороне от точно такой же аналогичной ситуации, которая происходила на предыдущих выборах, прошлых выборах, когда внешние партнеры, срывая голос, кричали о нарушении прав граждан страны на свободные демократические выборы, на снятие господина Настаси и так далее, и так далее. Реакция партнеров была жесткой и однозначной. Мы ждем точно такую же реакцию и в этой ситуации, потому что то, что произошло вчера, еще более характерно, чем то, что происходило в предыдущие случаи. О развитии событий будем следить все вместе. Спасибо. Я только в завершении хочу еще сказать одну мысль, которую я вчера высказала, и мне очень важно, чтобы... Конечно же, все граждане нашей страны сейчас услышали это, но в первую очередь хочу обратиться к бельчанам. Вы меня выбрали, я ваш примар, и мы будем защищать еще раз то, как вы решили. Поэтому нас с вами в любом случае ждет светлое будущее. Не сомневайтесь в этом. Спасибо большое и всем хорошего дня.